Всем привет, дорогие друзья, вы на канале LexPlay. Сегодня у меня будет видео по игре Bus Driver Simulator 19. Поработаю сегодня немного я водителем Икаруса. Старенький уже автобус. Так, ну что ж, давайте начинаем. Блин, народу уже тут собралось, конечно, немерено. Так, пока что давайте заведемся. Заводится он не сразу. О, теперь мы завелись. А, с ручника, по-моему, не снял. Да. Да нет, 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 спасибо. Ого, ого, ни хрена себе тут народу, блин. Сейчас будем грести деньги лопатой. Гляньте, гляньте, сколько народу, посмотрите. Охренеть. Ну и разные люди заходят, как мы видим. Все, все вроде сели. Отлично. Все, поехали. Это уже остановка других. Они уже ждут другой автобус. Так, 8.43. 8.45 я должен... Ого, 480 рублей уже сразу. Слет вот так вот. Хоп. И все. Ага, здесь еще и так просто и не выйдешь. Так, отлично. Вроде как-то выехали. Так, 8 еще минута целая есть. Ну, я не знаю, я вот тут выбрал какой-то маршрут оптимальный самый. Думаю, поедусь я на нем. Еще вроде бы не проезжал этот маршрут. Посмотрим, каково у нас все будет. Так, ты... Я понял. Не, вообще отличный симулятор автобусов. Вообще все здорово сделано, конечно, красота. И Икарус просто очень круто смотрится. Что там назовем, мы вообще, блин, не сможем даже назад посмотреть. Вот эти вот старые перегородки, блин, блин, вот. Я еще помню, в детстве застал вот эти вот Икарусы еще. Я помню, даже вот в них проезжал. Блин, как же... Ну и реально, вот я вот вспоминаю, и я понимаю, что какой же класс. Мне, знаете, что нравилось? Вот эти вот звуки открывания дверей. Блин, это такой кайф был. Я не знаю, почему мне нравилось это. Но мне реально оно нравилось. Блин, ну можно как-то быстрее переходить дорогу. Идет, идет, идет. Так полдня пройдет. Мое, мое. Ох вы. А! Блин, откуда столько много? Вы чё? Все, хватит переходить дорогу. Заходим, заходим, заходим. Слушайте, надо, наверное, все-таки переднюю дверь открывать, мне кажется. Вроде все зашли. Да. Так, следующая остановка у нас 8.47. Ой-ой-ой-ой-ой. Я уже не успею точно. Блин, а почему так мало времени дают? Тут же вроде как-то можно и график свой настраивать. Ну, на каждую остановку время прибытия менять. Потому что реально так я спешу уже, получается. Ого, как машина подпрыгнула, видели, да?
Ну, в принципе, как бы мы успеваем пока что. Давай, давай, приезжай, приезжай быстрее, давай, давай. Красный. Сейчас должны поехать. Не, я думаю, мы успеем. Я думаю, мы должны успевать. Если мы сейчас быстро... Если сейчас эти пацаны быстро проедут, не будут тупить, то... Ну, пожалуйста. Кому они уступают, непонятно. Ну, давай, езжай, езжай. Ну, езжай же ты быстрее. Давай, 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 давай. Восемь сорок семь. Зараза, я не успеваю, я не успел. Да не, надо будет как-то корректировать в следующий раз это время на остановках, потому что оно реально, смотрите, минута, минута, минута. Какая минута, вы что? Ну, в принципе, здесь людей много. Я думаю, что вот если нас сейчас даже и штрафанут за что-то, то у нас как бы... О, смотрите, они штрафанули даже. Минуса такого даже и не будет. Все, все зашли, отлично. Восемь сорок. 8. Очень смешно. Так, и нам сейчас надо направо. Слушайте, ну по такому маршруту я еще не ездил. Вот это я точно помню. Что я по этому маршруту еще не катался. Тут еще, блин, так узенько, конечно. Но здесь я первый раз. Колледж. Детский сад, осенний колледж. Смотрите, смотрите, сколько тут народу, охренеть. Тут нет, мне даже не страшны такие штрафы. Ого, ничего себе. Боже, у нас там целый автобус уже забит людьми. Так. Все вроде зашли, отлично. Смотрите, у нас 970 рублей. Ни хрена себе. Ца. Ну, плюс 150, было бы 1120. А, вот здесь. Вот показывает тут. Да ну, подумаешь. Так, народ выходит. Блин, вот конечно, да, плохо, что не вижу я там. Ну, там уже сидячих мест нет, я так понимаю, скорее всего, да. Так, все зашли, вроде бы все зашли, хорошо. Восемь пятьдесят один, блин. Ну давайте хоть на что-то будем успевать. Да, не. Да, мы в колледж уже опоздали. Детишки опоздают. Не, подождите, на 9 утра им, да? Ну, так нормально, они еще успеют все сделать, то, что им надо. Деревья, блин, тут растут. Чуть покоцали мне автобус уже этими ветками. А ты, больно, это больно было. Молодые люди у нас тут. Давайте-ка пока посмотрим.
Да, я все равно уже никуда не успеваю, поэтому что уже торопиться-то? Заходим, заходим. Все, все зашли, отлично. Следующая остановка, станция скорой помощи. Блин, ну слушайте, вот было бы прикольно голосовой. Не, а раньше ж я помню, вот как-то объявляли. Я, по-моему, застал еще тоже те времена, когда вот объявляли сами водители остановку. Ой. Конечно, блин, тут чуть-чуть. Вот так вот надо. Не, я даже габарита в автобусе не чувствую, видите, я заехал на бровке. А с этим у меня все идеально. Ну и с опозданием. Я люблю, ребят, опаздывать, чтобы вы понимали. Я всегда не... Я даже на работу вовремя не прихожу. Я все время задерживаюсь на полчаса. Понимаете? Так какие тут уже минуты, блин, если я тут на полчаса? Я даже на пары в университет, в колледж, я постоянно никогда не вовремя не приходил. Бывали там исключения, конечно, какие-то, я не знаю, то разве что в лесу что-то сдыхало, и тогда я вовремя приходил. Так что пунктуальность это точно не мое. Да что там, я даже на свои стримы бывало опаздывал когда-то. Ну и здрасте, и чё стали? Что это такое? Что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Чем стал? Слушайте, я сигнал, блин, я не помню, какая мне клавиша сигнал за сигналку отвечает. Да тут уже все равно, куда тут ехать, тут уже опоздание конкретное по целых минутах. Люди стоят. Выходим и заходим. Вот вам всем надо. Ой. Все, вроде все сели. Отлично, поехали. Не, ну пассажиров сегодня невероятно много. Торговый центр Кишмыш. Кишмыш. О! Это, по-моему, предпоследняя остановка. Не, ну красивый город под Москвой. Серпухов. Ай, блин, я светофора не вижу. О, черт. О, поехали. Ой, не то, не то, не то. А я что, заглох? В смысле, я заглох? От чего это я заглох? Блин, проморгали. Теперь я точно уже никуда не успею. У людей уже паника. Поехали.
Поехали. Слушайте, я наконец-то научился не глохнуть именно в этой игре. 8.56, 8.5. Да, конечно, конкретно уже. Опоздания пошли. Ну, что делать. Ну, больше народа будет. Гляньте, гляньте, тут нормально тоже народу собралось. Что за херня? Почему оно глохнет? Я не могу понять. У меня же на нейтралке оно. В чем дело? Ни черта непонятно, конечно. Так, все зашли? Нет, еще заходит, еще заходит. Ни хрена себе. Вроде все. Смотрите, опять. Что за дела? Так, этим пацанам налево всем, да? Кому-то прямо. Почему они просто не могут повернуть себе на спокойно направо и поехать? О, торговый центр Кишмыш. Ой, подождите, это еще нет. Это какой Кишмыш? Это Горгаз следующий, а потом только торговый центр. И потом, конечно, уже остановка наша, автостанция. Ну, опоздают чуть-чуть люди на автобус, ну подумаешь. Не, ну тут график, конечно, такой, видите, минута, 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 блин, конечно. Это, конечно, неправдоподобно. Все зашли вроде бы, да? Хорошо, поехали. ₽1350. Да какие 150 рублей штрафа? Вы что? Мне это вообще никак не грозит. Мы, кстати, нормально бабки рубим. Я вам хочу сказать. Пазика бы еще купить надо. Ага. На пазике поездить бы. О, ну это же торговый центр Кишмыш. Ой, что-то как-то винограда захотелось. О, реклама бас-драйвера симулятор метро симулятор 20. О, кстати, блин. Метро симулятор 20. Надо будет как-то попробовать. Опоздание на остановку. Да, ничего страшного. Ни хрена себе, смотрите. Торговый центр, тут еще и гостиница какая-то, Кишмыш. Охренеть. Народ заходит, выходит что-то. Гляньте, смотрите, не проще вам в третью дверь войти? Я для кого ее открываю? А то первое у меня что-то глохнет движок. Посмотрите. О, нормально уже все. А что это такое? Ничего не понял. Не понял, конечно. А ну-ка. Любопытно. Нормально. Да шо ж ты, блин, будешь делать? Я глохну, ребят.
Подождите. Это как, блин, вспомнил я, короче, прикол. Как мы ехали, короче, с семьей на... Господи, на ПАЗе старом. 672-м, по-моему. В деревне. Давно еще было, когда я маленький был. Я помню, он все время дорогу, все время глох. Постоянно тупо глох. Там еще и жара такая валила летом, блин, так жарко было, ё-моё. Ой, я не туда поехал. Надо развернуться. Вот здесь развернусь, пожалуй. Так вот, он все время всю дорогу глох. И мы уже думали, что мы уже опоздаем на поезд. Мы уже такие, ё-моё, все. Потом он окончательно сломался. Мы вышли, все стояли минут 20-30, ждали, пока другая маршрутка приедет, забрала нас. И нам повезло, мы успели. Понимаете? Приехал Богдан, современный на то время. Вот, еще нормальный был. Кондиционером, все дела. Забрал у нас. Так, открываем. Так, нейтралочка, проверяем. Все, народ выходит весь. Заработано денег 13.38. Отлично. Все. Ну, в общем, как-то так, ребят. Я на этом буду, пожалуй, заканчивать. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки. Желание и дизлайки. Подписываемся на канал. Ставим, еще раз говорю, лайкосики. Пишите свои идеи. Предлагайте, ну, ваши РПшки, может, какие-то. Оставляйте комментарии под это видео. Буду все читать. Буду рассматривать все. Ну, на этом пока все. Желаю всем счастья, здоровья, удачи. Не нарушайте правила дорожного движения. Все и все будет хорошо. Ладно, все, ребят, всем увидимся. Пока.